Сегодня очень серьезная работа проводится в плане укрепления материально-технической базы нашей медсети, центральной районной больницы. Да, за последние годы построено новое здание поликлиники, отремонтировано детское поликлиники, здание детской поликлиники, отремонтировано очень серьезный ремонт был проведен и приобретено современнейшее оборудование хирургическим отделением медсети ЦРБ. Да, ну, мы же прекрасно с вами понимаем, что на этом должны работать специалисты оборудования. Само оборудование, но без специалистов, естественно, никакой ценности для нас, для жителей, которые потребляют услугу здравоохранения, никакой ценности иметь не будет. Да, на сегодняшний момент существует проблема по кадровому, так обеспечению, скажем, кадровому обеспечению нашей медсети центральной районной больницы, но вот совместно с районными властями мы сегодня прорабатываем вопросы по предоставлению жилья для русских специалистов, которые востребованы у нас в нашей больнице. Несмотря на то, что мы за последние несколько лет порядка 20 квартир служебных выделили для специалистов в области здравоохранения, мы понимаем, что эту работу нужно продолжать и нужно сделать все для того, чтобы наша больница была обеспечена всеми профессиональными кадрами.